Привет, я сейчас. Я не пью вообще. То есть я просто проснулся, спал весь день после работы. Сейчас у меня 3 дня будет выходных. У меня просто голос сонливый, потому что я ну, меня разбудили. Мне, в общем, нужно съезжать завтра с утра. Я там звонил, я пробовал Сан. Набираю. Там очень маленький выбор почему-то. Ну, я искал то есть в районе той станции метро, где я работаю на складе. Да блин, они шумят так эти. Аварийная служба приехала, сверлят там. Короче, и когда звонил Сана, то там было звонок записывается, гудки, пару гудков и сразу сбрасывается, как будто автоматически. Здесь такой шум вообще, так шумят весь день и даже сейчас вечером. Ну, рабочие прям под окнами сейчас долбят там что-то. Короче, потом на Авито там тоже не получается почему-то позвонить, а вот хостел я нашел, позвонил, договорился на завтра, но там какая-то странная эта, с которой я договаривался, она почему-то на ты сразу говорит. Ну, я ничего не имею против, уже много лет, когда на ты говорят сразу, но обычно же. Ну, это же тем более Москва. Обычно же люди, которые администратор она или кто там, они же на вы обычно говорят, там, я не знаю. Ну, фиг знает. Ну, она сказала, если посуточно, то 600 рублей, если от недели и более, то 500 рублей. И еще то, что там двухъярусные кровати, внизу койки все заняты, только верхняя. Такое почему-то, видимо, какая-то большая разница есть между где спать, на первой, на нижнем ярусе или на верхнем. Типа на верхнем хуже почему-то считается, не знаю почему. Они там долбят прям под окнами. Я просто кофе не выпил. Просто сразу проснулся. Сразу меня как разбудили. Я давай искать. Ну и вот там они работают с 5 утра. И там можно заселиться с 5 утра до часу дня. Я договорился на завтра. Я не знаю, нормально ли цена 600 рублей в сутки или 500 рублей за неделю. Ну, там, да, я не знаю, смогу ли я спать, если там будут храпеть. Ну, я читал комментарии про беруши. А, ну еще, ну я попробую купить, если в аптеке там будут продавать. И еще здесь, короче, аптеки почему-то далеко так находятся. Их искать, поискать, еще нужно дойти до них там далеко искать.
У нас вот, например, в моем городе там аптеки прям под окнами были, аптека, но закрылась, но она всю жизнь была. Но потом вот, когда начался кризис, проблемы там в экономике, она закрылась. Там все позакрывалось у меня в городе. Короче, что еще хотел сказать? Сейчас спать хочу. Не выспался. Спать хочу вообще. Да. Надеюсь, я смогу уснуть, то, что там храпеть будут. Беруши, я не знаю, мне кажется, беруши не помогут. Ну, может, немного помогут, не знаю. Попробую купить. У меня сейчас денег мало. Зарплата будет только 5 августа.